Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про гурами. Гурами – подвижные лабиринтовые аквариумные рыбки с привлекательной внешностью. В естественной среде обитания их можно встретить в водоемах Юго-Восточной Азии. С яванского языка слово «гурами» переводится как «рыба, высовывающая нос из воды». Гурами у нас бывают нескольких биологических видов. Первый гурами – это, например, представитель – это гурами мраморный, синего цвета гурами с мраморной окраской. Тот же самый вид, но другая окраска – гурами золотой, гурами белый и гурами с двумя точками на голубом фоне. Это вот примерно все, это и есть один гурами. У них характер спокойный, самцы чуть постройнее, самки чуть покрупнее, у самок верхний плавник круглый, у самцов верхний спинной плавник заостренный и длинный, этим они отличаются. Рыба довольно крупная, 10 может расти сантиметров, 15 может расти сантиметров, в зависимости от размера аквариума. Другой гурами, который тоже известен давно, это жемчужный гурами, он чуть покрупнее вырастает. Переливчатый у него окрас, очень интересная рыба. По темпераменту и по стилю поведения он похож на гурами обыкновенного, вот этого трихогастра. Есть целая группа карликовых гурами. Карликовые гурами – это гурами медовый в трех цветах. Он есть обычный цвет, желтый и красный. Гурами миролюбивы по отношению к другим видам аквариумных рыб, а вот по отношению друг к другу могут проявлять агрессию. Преимущественно это касается самцов в сезон размножения или в условиях нехватки места в аквариуме. Для рыбы он безопасен, особенно для рыбы размером больше где-то 3 сантиметров. Все, что он не сможет съесть, для него не интересно. У самцов бывают показательные какие-то выступления друг с другом, но они не заканчиваются трагически. В аквариуме они не размножаются, в общем аквариуме, поэтому приходится покупать. Гурами просты в содержании, этим рыбам необходимы воздухопроницаемая крышка, регулярные подмены воды, качественная фильтрация и густая растительность. Условия содержания стандартные для обычного аквариума, для общего аквариума. С питанием у нее проблем не возникает, питается обычными кормами, сухими кормами для общего аквариума. Растение не повреждает, ряску с поверхности поедает, но сами растения, как правило, не повреждают, хотя некоторые аквариумисты говорят о том, что мягкие растения, нежные новые листочки он может поедать. Поэтому, в общем, это нужно учитывать, но не стоит бояться, что у вас все он съест. Средняя продолжительность жизни гурами составляет 5-7 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!